Приветствую всех мобильных танкистов. В этом видео я напомню и расскажу вам о своей программе для Android девайсов, а именно о TVKT, то есть Танктастик Википедии. Ее легко можно найти в Google Play и скачать. Весит она всего на данный момент около 35 мегабайт. Сразу скажу, кому было интересно, как и на чем я делал эту программу, вот вам ответ. Есть такая специальная среда разработки Android приложений, Android Studio, где именно в ней на Java разрабатывается TVKit. 11.03.2016 в 0.03 мне пришла эта идея в голову, а конкретно взять и сделать информативную штукенцию, которая будет работать даже без интернета и почти у всех. Поскольку сайт без инета не запустить, то эта версия сразу отпала. Ну и в общем-то как-то у меня было желание научиться делать проги под Android, и как раз вот эта идея была. Вот так вот я и решил сделать прогу. Полную информацию о работе над программой, то есть дев-блоги и так далее, можно найти на моем Discord сервере в специальном текстовом канале, ссылка в описании. Вернемся к программе. При запуске нас встречает логотип игры, а на фоне какие-то царапины. Поскольку не хотелось, чтобы фон был однообразный белый, я поставил такой. В правом верхнем углу у нас есть кнопка с тремя точками, нажав на которую мы можем перейти на страничке версии программы, открыть список важных ссылок по игре, прочитать информацию о программе, а также если у нас TVKit начинает лагать, можете нажать на кнопку очистки памяти, после чего программа перезапустится и, по идее, будет меньше лагать. Но это не точно. Слева у нас есть всеми привычная шторка, которая открывает нам меню, где мы напрямую можем перейти в тот же самый мой Discord, запустить игру или открыть основные разделы информации, такие как танки, карты, снаряды, часто задаваемые вопросы, а также глобальная инфа о игре. В пункте танков вы можете выбрать ветку, а также сам танк и просмотреть подробную информацию о нем, то есть стоимость, ранги для открытия, стоковые и топовые характеристики танка, какие у него есть модули и сколько у них уровней прокачки, а также какие у танка есть снаряды. Есть раздел сравнения танков, где можно таким же способом из списков найти два танка и сравнить их по характеристикам. Скоро будет выпущено обновление характеристик танков, когда я каждый проверю и сверю информацию с правильной, ибо реально ошибок хватает. Но в любом случае, даже сейчас, если вы заметите какие-то ошибки, то пишите в отзывы на Google Play или под комментарии видео. Ну или уже в сам Discord, в специальный канал, чтобы я увидел и исправил. В разделе снарядов можно подробненько о них все прочитать, в разделе карт все то же самое, описание карты и пару скринов. По поводу размеров карт, то как получу информацию, я ее залью, а пока там будет null, то есть ничего. В часто задаваемых вопросах можно найти ответ на какой-то из ваших вопросов, возможно он там будет. Перейдя в глобальный раздел информации о игре, тут можно прочитать обо всем, что только есть в игре. Режимы, комнаты, очки развития, бронирование и так далее. Также в программе есть пасхалка, которая состоит из двух частей. Какая она, не скажу, возможно, не все догадаются, но активировать ее легко. Также, возможно, появятся еще идеи, и я буду добавлять новые в каждом обновлении. В будущем, возможно, введу второй язык, а именно английский, но это еще не точно. Для этого нужно будет переводить весь текст корректно, а не как переводчик Google. Ну, а я не сильно хорошо его знаю, поэтому хз, не обещаю. Ну, как-то так. На этом обзор окончен. Спасибо за просмотр.